привет, привет! Сегодня традиционный обзор нового каталога номер 14, который посвящен высшей школе стайлинга. Да-да, наступила осень, наступает такая пора осенней красно-желтой листвы, а также пасмурной погоды. И поэтому хочется в этот период не зависеть от пасмурных дней и выглядеть ярко, интересно. И какие здесь мы будем делать с вами акценты? Прежде всего, два акцента. Это на яркий стильный макияж и, конечно же, прическу. Причем наши, скажем, современные девушки, женщины всегда вечно торопятся, и времени на какие-то долгие стильные укладки, как правило, времени у нас нет. Поэтому нам необходимы те продукты, при помощи которых мы будем это все делать быстро, а главное, бережно и щадяще для наших волос, чтобы наши волосы всегда были красивыми, здоровыми, ухоженными. Oriflame представляет новую серию Expert Styling с содержанием кератина. Кератин очень важен для наших волос. Кератин содержится в структуре волоса, и недостаток его приводит к тому, что наши волосы становятся сухими и ломкими. Поэтому кератин содержится во всех продуктах обновленной серии. Для того, чтобы мы не просто делали укладку, ухаживали за нами волосами, а главное, чтобы наши волосы все время были здоровыми. И еще момент. Кератин, он уплотняет волосы, он делает волосы толще. В каждом каталоге компания Oriflame предлагает нам какие-то образы для того, чтобы мы могли для себя примерить каждый из них. И первый – это такой романтический образ. Для его создания нам необходимо, первое – это объемная прическа. Как мы ее будем делать? Делать мы ее будем при помощи вот таких вот двух продуктов. Запах примерно остался такой же, как он был. Как мы наносим? Примерно наносим пенку с теннисный мячик, распределяем аккуратно по волосам, и, ну, желательно щеткой. И особое место мы уделяем, конечно же, прикорневой зоне, для того, чтобы был объем. Далее мы сушим феном, и потом мы закрепляем прическу при помощи лака. Лак сильной фиксации. Здесь написано четверочка, есть у нас лаки еще суперсильной фиксации. Как мы делаем? Разделите каждую прядь, подчешите, на основании пряди зафиксируйте лаком, и так следующее, следующее, следующее. Потом вот здесь вот распределите расчесочку, расчешите, и в принципе объем у вас будет держаться достаточно долго. И эстетический образ, но как же без наших любимых стрелочек, которые являются трендом этого сезона. В принципе, стрелочки у нас не выходят из моды на протяжении многих лет, и поэтому я всем настоятельно рекомендую: тренируйтесь, еще раз тренируйтесь. И легче всего стрелки прорисовывать вот таким стойким карандашом V1, который идет сейчас со скидкой. Завершит образ романтического стиля аксессуары и вот такие сережки из коллекции Boca Chic с интересными интригующими оттенками фуксии и фанданго. Это бьюти-тренд, провокация этого сезона. Следующий образ – это у нас гламурный образ. И для создания этого образа прежде всего мы сделаем классическую прическу, когда нам нужно выпрямить волосы. Что мы сделаем? После того, как мы вымоем волосы, лучше всего нужно обработать их спреем термозащиты. Очень рада, то, что наконец компания Oriflame есть термозащита для волос. Именно спрей. Не крем, который может как-то утяжелять структуру волоса, а именно спрейчик, который обволакивает ваши волосы и защищает их от нагревательных приборов. Поэтому после того, как мы вымоем волосы, мы обрабатываем их хорошо, сбрызгиваем спреем. Мы наносим разглаживающий крем, который облегчит укладку для непослушных волос, и воспользуемся щипцами. После этого лучше всего еще раз пройтись расчесочкой, разгладить волосы и зафиксировать спреем лаком для волос средней фиксации, чтобы не было какого-то утяжеления, склеивания волос.
Для яркого гламурного образа мы делаем акцент на глазах. Поэтому компания рекомендует использовать тени, крем-тени, которые, они трансформеры, они превращаются в такую пудровую текстуру. Показана схема, как их наносить, 3 оттенка. Смотрится очень интересно, улучшит наш образ. Вот такое вот интересное колье футуристика. Очень сильно смотрится, подходит практически к любым нарядам. И третий образ – это игривый образ, когда мы создаем прическу, объемные волосы и локоны. Как делается? Делается это следующим образом. Сначала мы моем голову, на чистые волосы мы наносим обязательно спрей термозащиту, для того, чтобы высушивать волосы и не повреждая их, не повредить. Дальше мы наносим вот такую вот пенку мусс, которая делает наши локоны, она поднимает, она фиксирует. И мне понравилось, что эта пенка не склеивает волосы. То есть локоны ваши остаются естественными. Она степень фиксации пенки 4. После того, когда мы подсушим волосы, я накручиваю, у меня два варианта, либо я накручиваю вот на такие вот бигудюшки, да, но единственное, что как бы объемные волосы, это долго их накручивать, на маленькие прядки разбирать, и все-таки они дерут волосы. Чаще всего я классически накручиваю вот на такие вот попилотки. Вот, после того, когда, ну, час-два, например, проходит, я снимаю бигуди, после этого я фиксирую всегда лаком для волос. Компания предлагает именно локоны фиксировать спреем, чтобы здесь написано была пятерочка, это сверхсильной фиксации. Далее я также разбираю по прядям и немножко почесываю, тем самым делая небольшой объем для волос. В гламурном образе мы делали акцент на глаза, то в гривом давайте-ка сделаем акцент на губы, используя устойчивую помаду. Запуска новой серии, чтобы вы все попробовали и оценили с достоинством классные обновленные и улучшенные продукты, это то, что вы их можете купить практически 70% скидкой по акции, приобретя в дополнение краску. Да-да, краска у нас уже практически полтора года, и это мега продажи, оттенки интересные, натуральные, и здесь уникальная смарт-система, когда краска проникает в глубину, она подстраивается там, где надо, она прокрашивает больше, также она восстанавливает волосы, сглаживает чешуйки, и из-за семени льна они становятся мягкими, и так как сейчас осень, волосы пересушены, повреждены, после лета, то краску сейчас рекомендую вам обязательно использовать, чтобы восстановить волосы, да? Парадокс, да, многие скажут, краска вредит нашим волосам, но те, кто давно не красился и потом попробует вот эту вот краску, они заметят, насколько эта краска, скажем так, вылечила, да, их волосы, она сделала не только цвет более насыщенный, но и состояние волос. Комплекты я настоятельно рекомендую сделать подписку внутри комплекса для волос и ногтей. Началась осень. Этот курс лучше всего применять как раз-таки на осень и весну в течение 3 месяцев. Здесь идет акция. При подписке каждый 4-й продукт идет бесплатно. То есть 3 вам идут за полную стоимость, 4-й продукт бесплатный. Вот эти витамины я уже принимаю. Наверное, это пойдет, наверное, 3-й год. Я заметила, и не только я, во-первых, укрепляются волосы, то есть они перестают выпадать, это раз. Они становятся более толще, ногти у вас перестают слоиться и становятся более упругими.
Не только на Nutri-комплекс, но и на остальные продукты Wellness действует подписка, каждый четвертый продукт бесплатно. И что я однозначно рекомендую сейчас, это витамины и омега-3, рыбий жир для наших детишек. Что это? Это зрение, это нервная система, это иммунитет нашим детишкам нужно сейчас поддерживать. Это укрепление мышечного тонуса. Я и все мои близкие принимают Wellness витамины. Обязательно коктейль ежедневно, хотя бы один раз в день. Ну и по настроению это Wellness суп, чай и батончики. Возвращаемся к началу каталога и разберем, какие у нас новинки этого каталога, что у нас актуально в осенний период. У нас идет запуск в линейке Мега Стойкость. Это стойкая тональная основа и стойкий корректор. И здесь первый запуск этой серии был, когда ее представляла Тина Канделаки. Это тональная основа была, запуск, но здесь еще прибавился и корректор. Формулу немножечко улучшили, упаковали, но с чем-то она будет схожа с той тональной основой. Здесь 7 оттенков, что хорошо, вы можете выбрать. Проблемная кожа и с красным, с капиллярами, красным батоном, прыщиками, то все-таки берите желтый батон. Если у вас оливковая кожа, берите немножко с розовинкой батон. Так ваша кожа будет выглядеть еще более совершенной. У нас запуск новых лаков от Couture. Это сезонная коллекция, 5 самых востребованных оттенков. Черный глянец, стальной блеск, блестящий аметист, благородное золото, ламутровая платина. Запуск помады 3 в 1. У нас уже была такая помада, которую представляла Ани Лорак. Помада трехслойная. Внутри идет ухаживающий компонент масла ши, еще какое-то масло, то есть восстанавливает наши губки в течение дня. Далее идет чуть выше слой, это идет интенсивный блеск, смягчение. И верхний слой это цвет. Помада держится до 4 часов. Мягкая, комфортная и была хитом продаж. Вот так выглядят все оттенки. Соблазнительные сливы, ночная орхидея, розовый клевер, спелая ягода, яркий коралл, розовый хрусталь, восхитительная роза и последнего оттенка чарующего бежа, к сожалению, у меня нет. Если вы хотите получить в декоративной косметике не только красоту, но и ухаживающий эффект, советую вам это CC-крем, который стирает несовершенство кожи, многофункционально, без дневного крема. Там идет какой-то редкий компонент ухаживающий, который у вас уменьшает морщины, также светорассеивающие такие пигменты есть, которые их выталкивают, и он очень легкой текстуры, он не плотный, то есть он не будет сильно перекрывать вашу синеву, но почему именно такая легкая консистенция? Потому что чем старше возраст, тем больше идут морщинки. Если возьмете плотный корректор, то эти морщинки будут и наоборот подчеркнуться. Я в каталоге на одной странице сразу представлю все эти три продукта, потому что если CC-крем очень легкий, легкая текстура, как вторая кожа, подстраивается и буквально легкий корректор, то если у вас какие-то зоны, требующие там синячки, где-то венка, где-то прыщики, все-таки берется вот такой вот, вот такая компактная пудра. Я ей очень редко пользуюсь, почему-то справляюсь без нее, но она также является вот эта вот пудра, как праймер, база под тень. Ее можно также использовать, то есть будут оттенки более насыщенные и пигмент легче растушевываться. Обратите внимание, страница 143. Там очень выгодное предложение. Матирующая компактная пудра и кисточка для пудры. Это уникальная пудра. Да, сейчас у нас новая обновленная серия. Все, но вот эта пудра, это действительно такая, она, это бомба. Это одна из самых лучших пудр вообще из различных аналогов, различных брендов. Недавно как-то попалось видео известного бьюти-блогера Ковка Кэт, и она рассказывала, показывала, какие пудры, тональная основа она использует, какие она в мусорку отправит, то есть разбирала все свои завалы,
Вот, и к моему удивлению, да, если у нее очень дорогие, да, профессиональные в основном серии, то именно вот эта пудра у нее идет во всех косметичках. То есть она говорит, это самая лучшая матирующая пудра, которая когда-либо мне встречалась. Ну и кроме того, по отзывам других моих знакомых, да, это лучше. Возможно, скоро переупакуется, возможно, будет другого качества, поэтому я себе возьму про запас. Именно этот вариант мне нравится, безумно нравится. Осень диктует свои правила не только в выборе декоративной косметики, ухода за лицом, за волосами, но и в парфюмерном гардеробе. И компания запускает новинку. Для кого это туалетная вода? Для сильного, харизматичного, уверенного в себе мужчины, который соблазняет буквально с первого взгляда. Создана известным парфюмером Натали Лорсон. Она создала очень много известных ароматов, которые, возможно, вы уже знаете, такие как Versace Versus и Just Cavalli I Love Her. Держатся ноты кофе. Это ноты кофе, это чаще используются они в мужской парфюмерии. Кофе поднимает настроение. Здесь также содержится гвоздика, переводится с греческого как божественный цветок. Снижает стрессовое состояние и, в принципе, благополучно в целом хорошо влияет для всего организма. Для девушек и женщин я осенью рекомендую два моих любимых аромата в зависимости от вашего настроения, и это будет дневной лук или вечерний. Вечерний – это интересная туалетная вода Mo by Demi для дорогой женщины, он подчеркивает, да, шик. Туалетная вода Tenderly, Маргаритка, Магнолия. Орхидея очень такой нежный, такой чувственный аромат, такой вот, знаете, вот мама, вот мамочка, ну вот нежнейшее непередаваемое чувство, и этот аромат подходит всем. Его рекламировала Татьяна Навка, и сейчас он идет по акции в компании для новичков, при регистрации на заказ 1200 рублей он идет в подарок. Ну вы также его можете приобрести в каталогах. Наверняка вы уже заметили у меня какие новинки, аксессуары. Сережки, ожерелье, каприз и браслет. Классные нити, очень стильно, мне понравился. Здесь вот такое гламурное украшение подойдет как и для вечернего платья, так и для какой-то повседневной одежды. Очень будет интересно смотреться. Я эти украшения взяла для обзора, как и другие аксессуары, но именно этот набор я себе обязательно в следующем каталоге закажу. Вы уже знаете, что металлик, бронзовые оттенки – это просто хит. И вот такая вот у нас сумочка идет, новинка, и косметичка из этой серии. Можете посмотреть, то есть это просто косметичка, в которую можно положить помады, больше никаких отделений нет. Косметичка простенькая, но ну, если вы берете сумку, конечно, будет вместе удобнее. В серии Visions у нас идет вот такая вот сумочка на тоненьком ремешке, называется паутинка. Классная сумочка, клатчик на любую дискотеку, вечеринку. Самая тема интересная. У меня, кстати, вот такое же платьишко есть. Прикольно смотрится. Здесь вот сделано как велюр а-ля замша. Мягенькая. Вместит в себя очень много женских мелочей. Еще одну косметичку. Ну и все необходимое для соблазнения. Для мальчиков у нас есть новинки серии самолета. Мыло и шампунь для волос без слез. Запах фруктовый. Я бы не сказала, что это мальчишеский, такой чисто мальчишеский аромат. Он универсальный, подойдет для всей семьи, даже если у вас есть маленькие детки, еще девочки. Серия идет феи. Здесь мыло в форме розы. Да, этот аромат более девчачий. Здесь идет слива, персик и мандарин. Это пена для ванн. В принципе, даже для девчонки можно купить вот этот вот шампунь, да, и пену для ванн. В принципе, смотрится интересно, не обязательно только для мальчиков. Я говорю, что шампунь идет универсальный.
В этом каталоге я не буду вам подробно рассказывать о сериях по уходу за лицом. Хочу лишь обратить внимание, что начиная с этого каталога компания запустила суперпроект, суперакцию на самую продаваемую серию в возрасте 35+. Это серия коллаген, вот так вот я ее вмещаю. Еще здесь идет 6-й продукт сыворотка. А сразу идет скидка 30%, то есть вы ее покупаете всего за 2 399 рублей. Хочу сказать, что только один крем-аналог у нас стоит в компании Lancome Genifique порядка 5000 рублей. Причем компания Oriflame выиграла в сравнении с той компанией по различным показателям. Советую, если вы еще не пробовали, советую приобрести всю серию целиком, чтобы получить действительно реальный эффект от применения всех средств, нежели вы будете комбинировать, совмещать с какими-то различными баночками и получая, ну, посредственный эффект. Ну и напоследок самое вкусное, самое классное, то, от чего я сейчас просто наслаждаюсь, это серия True Perfection. У меня с ней только положительные такие ощущения. Нам ее подарили, когда мы были на лайнере, у нас был круиз по Европе, и она как раз-таки вписалась в то обстановку, то, что у нас было, потому что эта серия предназначена для девушек в возрасте от 25 лет, которые для активных, у которых, которые живут в мегаполисе, делают много дел одновременно, засыпают поздно, просыпаются рано, да, может быть, практически несколько часов спят, может быть, тоже с маленькими детишками. То есть есть такой даже термин, как уставшая кожа. Так вот, эта серия обалденно восстанавливает кожу, вот реально. Мало того, что, да, она там проведено более 50 клинических тестов для того, чтобы ее сделать одной из самых лучших. Кстати, ее также сравнивали с Lancome, я не помню, как называется серия, и эта серия победила. Ее делали до тех пор, пока она не стала лучшей. Так вот, эта серия, вот реально, когда ее наносишь, вот ты чувствуешь, что кожа как-то преображается, она более насыщенная, влажная, увлажненная, мягкая, здорово. А мало того, что после, даже если я, например, практически каждый день пользуюсь тональным кремом, то какие-то дни мне вообще не захотелось тональный крем наносить, потому что кожа, она какая-то, она, во-первых, она подсвечивается, только это вот, вот как будто вы очень много спали, вот отдохнувшая кожа. Да, здесь есть дневной, ночной крем, еще будет крем для век, но хочу обратить внимание вам на эту сыворотку. Фишка сыворотки в том, что она усиливает крема, дневной и ночной крем, ровно в 2 раза. Ваши крема проникают глубже, и вот с ней эффект просто волшебный. Почему серия настолько восхитительна? Что в ней такого особенного? Во-первых, здесь идет запатентованная формула, понятно, компания держит свои секретики, акация, которая очень богата минералами и антиоксидантами, минералами калий, магний, цинк, натрий, там еще какие-то минералы. Минералы, антиоксиданты, они борются с воздействием свободных радикалов, то есть то, что разрушает клеточку, они просто радикалы, эти убирают, а нашу кожу нужно постоянно увлажнять, и здесь входит низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Я уже рассказывала о ней, что она делает. Она проникает, во-первых, она из-за того, что она очень мелкозернистая, она проникает очень-очень глубоко в наши слои кожи и действует, притягивает, делает как магнит, притягивает всю влагу извне, снаружи, все вот такие вот молекулы, и тем самым ваша кожа наполняется. То есть у нас, да, есть гиалуроновая кислота в коже, но как, чем старше мы становимся, уровень ее падает, и кожа быстро стареет. Так вот, самое главное, что нужно нашей коже, это постоянная поддержка гиалуроновой кислоты в нашей коже. Серия шикарная, попробуйте. Я слышала только положительные отзывы об этих кремах, и уникальное есть предложение, вы сразу можете эту серию, весь комплект, попробовать с 35% скидкой. Это еще не все. Взяв набор целиком, вы можете получить вот эту интригующую туалетную воду, которая вызовет много эмоций как у мужчин, так и у женщин. Эта туалетная вода признана соблазнять.
Она с афродизиаками, иланг-иланг. Ну, это реальная бомба. Это аромат, который уже у нас, нам подарили на лайнере. Девчонки уже рассказывали истории, проверили, как она, туалетная вода, влияет на подсознание. Скоро вы увидите ролик. Ну, классно, классно. Я думаю, это будет просто бомба, осенняя бомба. Ну, и заканчиваю свой обзор. Расскажу еще раз о самой крутой акции для новичков компании Oriflame. Регистрация бесплатная при заказе на 600 рублей. Если заказ будет на 1200, вы получаете мега продаваемую туалетную воду тендеры в подарок. Пройдя 3 шага стартовой программы для новичков, вы получаете вот такой... супер планшет всего лишь за 199 рублей. Je me souviens mal, je n'avais que toi. Je me souviens mal, l'enfance ne s'oublie pas. Je me souviens Je me souviens mal, je n'avais que toi. Je me souviens mal, hier est toujours là. Je me souviens.